think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный тест. Хотел потестировать лисицу, но лисицу, наверное, завтра оставим. Решил потестировать Атланта в нестандартной сборке против пока что Твинка. Докачаю Твинка, буду тестировать героя против основы. В общем, такой вот у нас будет Атлант, нестандартный Атлант. Так как он собран с огненкой, плюс имеет суперсилу максимальную. Ой, не суперсилу, священный суд уже заговорился. Священный суд, Holy Conviction максимальный и утекание 10, 25% регена вместе. Это будет около 50% регена. То есть, по сути, герой должен дофигища восстанавливать. Сейчас мы это все проверим. Ну, плюс я поставил Рудольфика для того, чтобы герой более-менее себя нормально чувствовал против топовых. Так как там бешеные просто прокачки, 30-е прорывы. Атлант, вы сами знаете, уже давным-давно. Нифига себе, посмотрите на этот хил, ребят. Я в шоке. Да, с таким вот хилом, я думаю, он может свободно. Это у нас там еще смотр, походу, бьет. Да, у меня смотра нету. Офигеть просто. Нифига себе. Вот этот Атлант мочит. Да ладно. Ну-ка еще раз. Я думаю, он должен ушатать без проблем. Ну там смотр бьет. Надо смотрителя, наверное, убрать. Это, конечно, жестко. Сейчас мы уберем смотрителя, чтобы было поинтереснее. Так, кто у нас тут серый? Посмотрим. Так, вместо серого надо поставить. Точнее, дофигища надо поменять. Сейчас просто давайте с других стартанем. Потом оставим Фрею. Попробуем еще на Фрея напасть. Так, давайте пробуем на Зефира. Я себе Да, вот вам, ребята, 30-й прорыв Зефир с огненкой, с даром. Атланту просто пофиг. Я думаю, он ушатает. Я думаю, он и Фрею ушатает. Ему просто пофиг, посмотрите на его хп. Жесть. Да, вот вам, ребята, и Атлант. Ну, вроде казалось бы, такой старенький герой, не актуальный, но в топовой сборке он нагибает еще топовых героев. Интересно. Ну, если его не убьют, это считайте поражение героя, потому что обычно Атланта просто сливают. Он держится тут истинной веры, даже у нас нет, у нас просто есть утекание. Офигеть. Это жестко. Я думаю, Барт, если Зефир не может слить, то Барт оккультист однозначно тоже не сольет. Офигенный у него, конечно, отхил. Тут ничего не скажешь. Благодаря утеканию. На изи просто. Давайте попробуем лисичку. Ну, лист, наверное, тоже сольется. Блин, да он хилит за раз. Я офигею сколько. Лист причем в дефной сборке.
все равно сливается очень жестко. При том, что у нас атлант не включается очень часто. Офигеть, какой отхил. Это у нас нету смотрителя. 6. Так, интересно, смотрим на Мэри. Что нам Мэри скажет? Ну, Мэри, думаю, если лис слился. Просто до свидания. Он еще щит свой включает, но по идее, когда он не включает щит, они должны его просто шотить, но варианта. Интересно будет сейчас еще с Рэй. Да, видите, нас смотр бьет больше всего. Не, ну Барт тут не вариант. Хотя Бард сам, он по чуть-чуть проседает, но Барда он тоже не убьет, конечно же. У него нету столько атаки. Ну, прикольненько. Блин, у него крутой отхил. Надо попробовать будет утекание все-таки на героев некоторых поставить. Да, с таким отхилом, конечно, это жестко. Я не знаю, что надо будет его тестануть. Все-таки еще раз, наверное, думаю, на битве гильдий. Такой сборки с утеканием, плюс священный суд. Ну, отхил получается 50%, сразу пол хп себе хил. Это реально дофига. Ну, пока его не слили. Единственное, сейчас мы с Фрей еще попробуем разобраться. Бешеный просто отхил. А, давайте поснимаем сейчас героя. Кстати, вам не показал, какие герои были в сборке. Ну вот. 10-й дар. Я специально не ставил питомцев. Так, что там его слили? А, слили. Сейчас попробуем убрать. Смотра. А, оккультист. Степный вариант. Ну, понятно, атлант он особо не дамагер, но и лис вот такой вот тоже. Степный вариант. Офигенный. Слился просто. Так, Мэри. Да, жестко. Такс. Надо кого-то еще красного поставить вместо Зефира. Сейчас мы просто тестанем вами вариант. Так, уберу. Тоже десятку. Мне интересно вариант, если мы даже поставим вот такой вот вариант с подашкой. Такс, я выйду. Ну, конечно, это круто, значно круто. Так, смотр убрали, пробуем. Блин, ну он нереально круто хилится. Я офигею просто. Ну, единственное, у нас... не, все-таки сливает, но еще раз попробуем. Все-таки у нас Фрея. Не максимально, еще, ну, 30-й прорыв, но скилл недокачанный. Но я думаю, мы это исправим. Блин, свыше ляму отхил. Это жесть.
Ну, плюс его щит, конечно, бомбический. Интересно, сколько же у него там отхил? Прям 700, что ли? 50% где-то так. Лям 700 отхил, ребят. Утекание плюс священный суд. Это просто бомба. Давай, Атлантище, затащи еще Фраю. Это будет вообще адско. Жесть, я в шоке, честно говоря. Надо будет потом ее обязательно линейку докачать, потестировать вместе с другими, но это нереально жестко. Это просто капец какой-то. Разобрал. Я в шоке. Так, кто там у нас, кого мы поменяли? Зефир у нас остался, землеройка. Ну, я думаю, землеройка не проблема будет. Хотя нет, смотрите, землеройка же блокирует огненку, он может реально нормально ударить сквозь огненку. А сам-то, в принципе, он получает ограниченное количество. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Лям 700, ребят. И это еще, походу, не потолок. Я в шоке. Все-таки утекание плюс священный суд — это просто, просто жесть какая-то. Офигеть. Ну, видите, Рудик снимает у нас молчанку. Ну, хотя, в принципе, большинство времени Атлант под молчанкой. Вот, наконец-то. Землеройка все-таки, ребят, тащит. Ну, половину хп слили. Так, наверное, бы слился бы давным-давно уже. Так, давайте попробуем сейчас других героев поставить. Еще кто там у нас есть? Ну, блин, не знаю. Мне Атлант просто зашел. Реально, очень крутой получился. Я даже не ожидал такого от утекания плюс ССС-ка. Просто бешено. Такс. Что, закинем сюда космо? Даже попробуем. Давайте попробуем даже такой вариант. Мне интересно, как космо будет пробивать. А, так, сюда мы попробуем. Кто там у нас такой интересный ворожей? Ладушку уберем. Я так закину, увеличу количество хп. А, так, огника. Ну, даже такую сборку, я думаю. Может, огнику шатает. В принципе, он должен, по идее. Кинем феникса. Но это у меня такие сборки пока временные, но все равно Атлант держится вообще красавчиком. Так, кто у нас есть еще? Командора. Командора, я думаю, вот интересно сейчас Командору, кстати, глянуть. Я ее вот недавно качнул, полностью не прокачал. Как она будет держаться? Остальных будем качать. Блин, ну это, конечно, жесть, ребят. Честно говоря, я немножко в шоке с того, что Атлант чудит. Так, у нас там, наверное, опять смотр будет. Ай, мы не вышли. Надо перезайти. Ну, пока только землеройка, и то землеройка под вопросом. Потому что на нем стоит подашка. Давайте, кстати, сейчас сразу же подашку уберем. А мы уже ворожая поставили. Сейчас сюда закинем землеройку. Берем просто подашку, поставим что-то другое. Интересно, как быстро он сольется.
Такс, поехали. Молчаночка пошла. Ух ты. Ух ты, землеройка накидывает. Нифига себе. Но я верю в Атланта, что он может что-то сделать, но землеройка что-то реально очень жестко накидывает. А, у него еще плюс одна клетка. Я попробую где-то зацепиться. И землеройка бешеный какой-то стал. Смотрите, что делает. Ну! Землеройка вообще красава. Остальные герои мы посливали практически. Так, давайте попробуем против Командора. А, там зеленый смотр у нас есть. Я думаю, что за фигня? Командора должна убиться. Даже с таким пактом тут нереально просто. Она нифига не сделает. До свидания. Блин. Надо что-то думать с Атлантами. Его как-то еще реанимировать, использовать. Так, это у нас ударил. Да, у нас зеленый смотр есть. Сейчас уберем Командору. Потому что зеленый смотритель не дает нам. Поставим лисицу. Так, отлично. Но вот без смотра все равно нормально дамажит. Вот, теперь начался трэш. До свидания, землеройка. 600к. А у нас отхил лям 700. Это бешеный атлант получился, реально. Я даже не знаю, может попробовать еще этот обряд. Хотя тогда у нас отхил не будет увеличен. Так, пробуем с космо. Ух ты. А космик пробивает. Ну, я думаю, если мы уберем ПДшку, тот же самый вариант будет. Он просто тупо сольется. Это мы попробуем в конце. Так, еще интересно, Феникс. Ну, пока никто ему конкуренцию особо не составил. Причем Атлант еще с каких пор у нас, а этот герой вот недавно, на эти герои точнее, вот недавние все. Нет, тут нифига я не сделаю ему. Феникс однозначно нифига не сделает. Просто жесть. Это при том, что у меня Атлант не собран на уклонение. Так, ну еще надежда на огника. Это тоже не вариант, он не пробивает ему столько. Щит, ну, вряд ли он его сольет. Если тут хилит себе больше половины жизни за один раз, это не сольет. Надо будет попрактиковать, попробовать прокачать всем 14 скиллы, сделать тоже максималки, потестировать против Атланта. Но это, конечно, жесть. Этого Атланта хрен сольешь. Просто жесть, ребята, я в шоке. Около 2 миллионов отхил. Офигеть. Но это тоже не сольет. Это не вариант. В итоге у нас с этих героев, которые у меня есть на твинке, у нас никто его толком не смог слить. Этот не убивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, считайте, 10 топовых героев относительно, потому что остальных я там еще не прокачивал, мы еще докачаем. Они его слить не могут. Это уже показатель того, что он им
имбовый, скажем так, в какой-то части, и при том, что он старенький герой. В общем, такой вот, ребятушки, тестик, докачаю еще некоторые герои, будем с вами опять тестировать. Пишите комменты, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.